Привет, друзья! Сегодня будем заниматься тренировкой мышц кора. Мышцы кора – это косые мышцы, прямая мышца живота, ягодичные мышцы, мышцы разгибателя спины, которые опоясывают наше тело и передают усилие от верха нашего тела к низу и наоборот. Давайте сделаем легкую разминочку, суставную такую. Ну, у нас в этой тренировке плечи практически не будут работать, поэтому больше уделим внимание вращениям всяким и наклонам. Я забыл включить таймер, поэтому быстренько включаем таймер. Наша разминка должна длиться примерно 3 минуты. Так, вращаем тазом в левую сторону против часовой стрелки и в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Достаточно. Так, делаем. Давайте вот такие наклоны поделаем. Вот наклон в сторону и тянем руку как можно выше к подмышке. А вторая рука опускается вниз колено. Тем самым мы растянем чуть-чуть свои мышцы боковые. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Так, теперь давайте сделаем вот такие наклоны круговые. То есть руки поставили вверх и по кругу наклоняемся вниз, вверх, опять вправо, по кругу руки проводим перед собой и через лево поднимаемся. Вниз, вверх, вниз, вверх, вытягиваем все тело наверху, вниз стараемся колени изгибать. И так хорошенько в одну сторону и давайте в другую сторону теперь. Для разнообразия. Тренировка у нас сегодня минут на 20, по-моему, у меня показывает таймер, что 3 минуты разминка и 17 минут основная тренировка. Так, 1 минута осталась нам разминки. Ну и давайте просто наклончики к ногам вправо-влево. Опа-не. Вытянулись вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Достаточно. Так, значит, структура тренировки осталась 30 секунд до начала. Мы делаем упражнения парами. Опять 20 секунд упражнения, 10 секунд отдых. И первые упражнения почти все будут лежа на коврике, поэтому посидите коврик, приготовьте. И первое упражнение будет книжка. То есть ложимся на коврик, поднимаем руки вытянуты, поднимаем прямые ноги и руки поднимаем к ногам. Опускаем. Все, поехали, 20 секунд. Не спешим. Ноги стараемся поднимать прямыми. Если вам трудно, поднимайте вот так в два приема. И опускайте так же тоже. 20 секунд прошло. 10 секунд отдыха. Следующие у нас будут боковые скручни. То есть мы ноги вот так и достаем. Вот так, наверное, будет вам лучше видно. Достаем ступню руками. Семь секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Повторяем книжку. То есть опять лежим, руки вытянуты. 5 секунд осталось. Ноги подняли прямые, руки к ногам. Опускаем. Ноги подняли, руки к ногам. Опускаем. Ноги подняли, руки к ногам,
Опускаем. Выдох. Выдох. Так. Боковые скручивания. Оп. 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 Поясницу не отрываем. Только лопатки и плечи чуть-чуть. Наоборот. Плечи и лопатки чуть-чуть. Следующее упражнение. Кроль на спине. Оперлись руками. Ноги подняли перед собой. И вот так работаем ногами прямыми. Если ноги выше, то так легче. Если ноги пониже, то так тяжелее. Тяжелое упражнение. Можно, в принципе, согнутыми ногами как-то работать, если вам трудно прямыми работать. Так, следующее упражнение у нас боковая планка. То есть мы становимся в положении боковой планки и держим ее 20 секунд. Стараемся держать, не проваливать тело, а держать его ровно. Дышим. В следующий раз будем делать на другую руку. Так, сейчас опять кроль с упором сзади. Можно вот так упереться. Нет, лучше на локти все-таки. Поехали. Носочки оттянули, как будто плывем. Если делать медленно, то делать на медленнее труднее. Хотя не знаю. Быстро тоже трудно. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Фу. Так, планка боковая, на другую сторону поворачиваемся. Понеслась, да? Держим ровно, стараемся эту линию держать прямой, не проваливаемся. Отлично. Так, следующее упражнение у нас велосипед плюс скручивание. То есть делаем велосипед, и мы уже делали его в первой тренировке. Пять секунд. Четыре, три, два, один. Второе упражнение в этой серии – это стеклоочиститель. То есть мы ложимся прямо, поднимаем ноги и опускаем их вправо-влево. Вот так. Тут я не очень хорошо подготовился. Сейчас все-таки надо переделать коврик. Так, вот так. Оп. 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 Тяжелое упражнение тоже. Просто выбирайте доступную вам амплитуду. Так, а мы опять делаем кранчи. Велосипед плюс скручивание. Так, если какие-то упражнения трудны, вы просто их пропускаете. Или делаете упрощенный вариант, например, вот такие стеклоочистители. Так, раз. Не мешает влево. Микрофон. Наклонить ноги. Тяжелое упражнение. Ну ничего, оно трудно вначале, потом будет легче. Так. Следующее упражнение. Отрыв ягодиц от пола.
отлично. Следующее упражнение, я его называю полька. То есть мы сидим, руки перед собой и будем поворачиваться вправо-влево. Если вам легко, попробуйте оторвать ноги от пола и держать их на весу. Или вытянуть руки перед собой. Так, если отрыв ягодиц тяжело делать, делайте ягодичный мостик, вот так. Просто подъем таза. Но я буду делать отрыв. Так, полечка. Готовились. 3-4. Поехали. Хорошо. Косые мышцы тренируются. Да и прямая тоже. 4, 3, 2, 1. Так, а следующее упражнение у нас будет альпинист. То есть мы становимся в планку и подтягиваем колено к локтю. Тяжелое упражнение, но надо делать. 20 секунд вытерпеть несложно. Отдыхаем. Так. А следующее простое упражнение. Упор сзади и колени поднимаем к груди. Вытягиваем ноги. Это так, отдохнуть. Дышим активно. Так, альпинист показываю с этой стороны. Становимся в упор. Планка. И колено к локтю. Можно не спешить, потому что если делать очень быстро, то дыхания может не хватить. Тяжелое упражнение. Но мы что делаем? Всего 20 секунд. Отлично. Так, дальше что у нас там по списку? Отлично. Так, упор на локти и колени к груди. Десять секунд. Отлично. Следующее упражнение — гиперэкстензия. То есть ложимся на живот, вытягиваем руки и поднимаем одновременно руки и ноги. Это упражнение для мышц спины. Так. Следующее упражнение — X, такие кранчи. Растопыриваем ноги, руки и по диагонали достаем одновременно. У меня мало места, просто я боюсь, что в кадр не войду. Но вы, я думаю, видите смысл этого упражнения. Отлично. Гиперэкстензия, гиперэкстензия на живот. Руки можно вот так вот за голову, если трудно вытягивать их. И отлично.
Так, X-кранчи. Так, X-кранчи. Так, ноги широко, руки широко. И по диагонали поднимаем руку и ногу. Хорошее упражнение. Отлично, 10 секунд. Так, теперь у нас кранчи. И последнее. Пара упражнений. Просто простые подъемы. Отрываем плечи и лопатки. Но поясницу не отрываем. Руки можно перед собой. Отлично. Так, следующее упражнение. Простая планка. То есть мы становимся в планку и держим планку 20 секунд. Планка — это вот такое положение. Стараемся не задирать зад и сильно не проваливать. Вытягиваем все тело в струнку, напрягаем все мышцы, ягодицы. Смотрим перед собой. Вытягиваем пяточки назад и отдыхаем. 10-20, 5 секунд еще. Отлично. Так. Простые скручивания или кранчи. Давайте так сделаем. Поясница прижата к земле. Отрываем только плечи. И делаем выдох. Когда поднимаемся. Так, ну и последнее, я предлагаю планку сделать на время. То есть я буду делать планку 40 секунд. А вы делайте сколько можете. Даже не 40 минут. Ой, не 40 секунд. Давайте я сделаю минуту для ровного счета. Чтобы отдохнуть, собраться с мыслями. То есть это последнее упражнение. 20 секунд прошло, сейчас еще 10, это будет 30. В планке очень важно настроиться на время. То есть сначала кажется, что сейчас все бросишь и не удержишься. Ну, надо просто отвлечься мыслями от этой планки, посмотреть, как у тебя напряжены ягодицы, как напряжены икры, пятки, плечи. Мне осталось 10 секунд. Все. Все, друзья. Наша тренировка окончена. Пишите ваши комментарии, как вам она понравилась. Ставьте мне лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, если вы на нем впервые. Я буду продолжать такую серию тренировок, и следующая тренировка будет в понедельник. Всем пока!